Всем привет! Сегодня я снимаю видео про фильмы, которые я хотела бы посоветовать просмотру на карантине. Итак, поехали! Первый фильм, который я хочу посоветовать, называется «Агент Джонни Инглиш». Это есть даже три части. Самая смешная, как по мне, третья. Ну, это кинокомедия, своеобразная пародия на Джеймса Бонда. Фильм для чисто поржать. Скоротает скучный вечер и поднимет вам настроение. В ролях Роуэн Аткинсон, тот самый мистер Бин. Будет весело, смешно и не скучно. Второй фильм, который я советую, это «Розовая пантера». Там тоже есть две части. Это также комедия, которая своим наивным юмором однозначно поднимет вам настроение. Это история об энергичном болване Жаке Клузо, который все время попадает в какие-то курьезные ситуации и тем самым смешит целый фильм. Поэтому советую к просмотру. Играет там известный комедийный актер Стив Мартин, поэтому скучно точно не будет. Всем, кто не прочь посмеяться от души у экрана, рекомендую. Третий фильм, который я советую просмотру, называется «Лемони Сникет. 33 несчастья». Этот фильм рассказывает историю о трех сиротках по фамилии Бодлер, чьих опекунов настигает смерть от рук зловещего графа Олафа. В ролях гениальный Джим Керри, только ради этого стоит посмотреть. На первый взгляд мрачная история, но на самом деле очень интересное кино с тонким юмором. Всем советую. Четвертый фильм, который я рекомендую к просмотру, называется «Собачьи дни». Это невероятно трогательное, романтичное и доброе кино. Даже те, у кого нет собак, проникнутся этой душевной историей. Фильм рассказывает о жителях Лос-Анджелеса, которых связывает любовь к собакам. Фильм о собаках тесно переплетается с романтическими отношениями, дружбой и семьей. Поэтому однозначно рекомендую к вечернему просмотру со своей второй половинкой. В ролях Нина Добрев, известная нам по сериалу «Дневники вампира», Ванесса Хадженс, Ева Лонгория из «Отчаянных домохозяек» и многие другие актеры. Пятый фильм, который я советую к просмотру, называется «Взрыв из прошлого». Он за 99-й год, но хоть он и старый, он очень интересный. Фильм рассказывает историю о парне, который 35 лет прожил в бомбоубежище со своими родителями, думая, что на Землю тогда упал какой-то астероид, и все люди умерли. Но не тут-то было, жизнь дальше продолжала кипеть, ничего на Землю не падало. И вот когда он вышел, он увидел мир, познакомился с девушкой по имени Ева, а его зовут Адам. Наивный, добрый, искренний фильм, который несет более глубокий смысл, что нужно наслаждаться тем, что на поверхности, где мы живем, жить моментом, ценить каждый день. Быть просто здесь и сейчас. Сейчас взаперти, это будет очень актуально всем посмотреть, поэтому однозначно рекомендую. Чего стоит только один момент в фильме, где герой фильма бежит к океану,
и ему настолько радуется, потому что он жил все это время под землей и не видел такой красоты, не ощущал ее, и это бесценно. Брэндон Фрейзер и Алисия Сильверстоун. Наивный, добрый и искренний фильм. Шестой фильм, который я советую просмотру, называется «Из 13:30». Он, конечно, больше для девушек, но все же можно и с парнем посмотреть. Это интересная комедия с долей фантазии. Ведь все маленькие дети хотят стать взрослыми. Но они не понимают, что когда они становятся взрослыми, захотят обратно стать маленькими. Стоит глянуть для того, чтобы окунуться в детство. Подойдет для тех, кому 30 или будет 30. Очень смешная, забавная, наивная история. В ролях Дженни Гарт и Марк Руффало, известный вам по фильму «Мстители», где он играл Халка. Седьмой фильм от меня – это «Зов предков». Он недавно вышел, вроде бы он за 2019 год. В основе сюжета приключенческий роман Джека Лондона. Главный герой – это ездовая собака по имени Бак. Она попадает из калифорнийского ранчо в Аляску, и там ежедневно ведет борьбу со стихией и хозяевами, но все больше тяготеет к побегу в дикую природу. Это семейная драма для любителей животных. О дружбе, о воле, о свободе, о жажде к жизни и о зове к природе. В ролях известный актер Харрисон Форд. Под конец хотела бы порекомендовать не фильм, а мультфильм. Но, тем не менее, он очень интересный. Многие, я думаю, его уже давно смотрели, но я его недавно узнала. Называется он «Волли». Действие фантастического мультфильма от студии Walt Disney разворачивается в далеком будущем, когда наша планета Земля стала непригодной для жизни, и люди были вынуждены покинуть ее и улететь жить в космос. При этом там они не двигались, невероятно растолстели, ели пищу вроде Макдональдса и вообще деградировали полностью. Единственный, кто остался на планете, это робот Волли. Изо дня в день он занимается выполнением заложенной в нем программы, утилизирует мусор. Через некоторое время на Землю прилетает робот-разведчик по имени Ева, присланный для того, чтобы проверить, как обстоят дела на планете Земля. Волли от одиночества, конечно же, влюбляется в Еву и всячески старается за ней ухаживать. Фильм очень добрый и милый, при этом несет он глубокий смысл и заставляет задуматься о том, что люди сами загрязняют нашу планету и уничтожают ее природные ресурсы. Также невозможно не влюбиться всей душой в трогательного и с большим сердцем робота. Поэтому советую к просмотру с детьми, а также просто взрослым людям будет очень интересно понаблюдать за этой историей. Итак, это были все фильмы, мультфильмы, о которых я вам хотела рассказать, которые я сама недавно пересматривала, так как карантин, понимаете, нечем заняться, фильмы рулят. Также я буду, если хотите, дальше рассказывать о фильмах, которые я буду смотреть на карантине,
их копится определенное количество, и я могу про них рассказать. Так что это было все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Мне будет очень приятно. Всем пока! Обязательно подписывайтесь на канал. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Все, всем пока!